also involved in those famous assassinations like Dugina and others of different people. These are, this could be like our friends and comrades. They're gonna show you their equipment, they're gonna talk to you, they're gonna, it's gonna be kind of briefing part, and after that... Наши дальнейшие планы – это новые территории Российской Федерации, в которые мы будем обязательно заходить. Ну, по большому счету, вам нужно набраться совсем чуть-чуть терпения, подождать буквально пару дней, и я думаю, вы снова нас увидите на той стороне. The operation is ongoing. This is how I should put it, to be honest. It definitely has various phases. So phase one, we consider it a successful phase. It's over now, but the operation is ongoing. Medicine, petrol, obviously a lot of encouragement. Planning? Planning, we could consult with them. We said, okay, we think this would be proper attack on this, proper attack on that. What do you think? Is it plausible? Aim is like proper good idea. Should we go here? Should we go there? So we could consult with them. We didn't use any Humvees in our mission particularly. We used the vehicles we managed to raid in our previous operations, so to say. Подивитись на техніку, вони розкажуть, що це за техніка, і послухати наших скіх. Час є обмеженим. Their time is limited and they're still on their duty. Да, есть достаточно американской техники, которая была добыта в бою в Бахмуте российской стороной, она переходит из рук в руки, вот, поэтому таким вещам не стоит удивляться, да, те же броневики можно купить на черном рынке, на частном рынке, то есть это не является чем-то там супер-сверхсекретным. Можете выйти в прямой ТР, если будет, то треба. Там есть стил був чудовий, мы пропонували. Я ничего не могу зараз запропонувати. Двое погибших, к сожалению, 10 раненых, непосредственно в РДК двое раненых легких. Наш основной трофей, разумеется, стоит за моей спиной. Помимо что этого, это БТР? 82. Старый новый. 82А? Да, БТР 82А. Вот. Он на ходу, как вы видите, в нормальном состоянии. Стоило большого труда закрасить все зетки на нем, перерисовать, но мы справились. Все, мы закончили. Все. Я дуже прошу. Есть несколько единиц оружия, которые мы взяли. Есть пленный, есть... да, большой трофей – это антидроновая пушка, потому что у нас ее до сих пор не было, она довольно дорого стоит. Теперь она у нас есть. Самое главное, что непосредственно в русском добровольческом корпусе нет потерь, кроме двух легких. Мы преследуем, мы их достигли, еще раз говорю, есть трофеи, есть уничтоженная техника врага. Денис. I want to thank you, the representative of Legion and Russian Voluntary Corps. For now, we are leaving one minute. By cars and by buses, the same way. We are...